Всем привет! Сегодня приготовлю утку, фаршированную кислой капустой квашеной и яблоками. Это Антоновка у меня. Яблоко порежем на части, предварительно удалив сердцевину. В воду добавим чайную ложку соли, перемешаем хорошо и опустим туда яблоки, чтобы не темнели. В чашку отправим капусту, яблоки, молотый перец черный. Небольшую щепотку соли и перемешаем. Это русская кухня, друзья, без всяких излишек. Раньше никаких там специй, приправ не было. Готовили просто соль, перец. Займемся уткой. Ее хорошо нужно опалить, промыть как следует. Вот здесь, где копчик, нужно отрезать. Натрем солью снаружи и внутри. Крылья завернем. Вот таким образом. Теперь нужно начинить утку. Берем начинку и закладываем. Плотно-плотно укладывайте яблоки, чтобы пустых мест не было в утке. Зафаршировали, утрамбовали все. Теперь надо вот этот разрез нам, ну, нужно зашить. Берем нитку с иголкой обычную. И вот так вот вдоль вниз зашиваем. Обычным способом. Все зашили, обрезали. Если вот здесь большой разрез, где шея утиная, здесь тоже нужно вот так зашить, чтобы сок не вытекал и не горела у нас утка. Утка готова, начинили, зашили, теперь уложим ее. Духовку разогреем до 180 градусов. Сюда вольем водички. Совсем немножко. Мы сделаем это один раз в начале, чтобы у нас крылья не горели. Утка у меня 1,850 кг, поэтому время жарки в духовке ее составит где-то 1,5 часа. Ну, я скажу вам время точное. После того, как приготовится. Все, отправляем периодически. Нужно будет поливать ее соком.
Вот такая красавица у нас. Поливаем периодически, не забываем. Прошел час, еще где-то минут 30, и утка будет готова. Сюда мы налили воды немного, как вы помните, и стекает сюда жир утиный. И вот этим вот соком нужно поливать. Продолжаем жарить. Итак, прошел час и 45 минут. Наша утка готова. Вот так она выглядит. Аппетитная очень. Румяная. Сейчас я буду подавать ее. Утка наша готова, фаршированная квашеной капустой и яблоками. Сейчас вот аккуратно, она горячая очень. Аккуратно я сниму нитки. Вот эти. Утка очень горячая еще, но я хочу порезать, показать вам, что у нас тут вышло. Вот разделала я утку, она пропеклась полностью. Друзья, готовьте, это очень вкусно. Утка это фермерская, это не домашняя. Домашнюю, я думаю, нужно немножко дольше готовить. Всем приятного аппетита, кто ест. Готовьте, скоро Новый год. Готовьте на здоровье. Пока, друзья, берегите себя. Всех благ вам. Приятного аппетита, пока-пока.